В Атырау начали досудебное расследование по факту пожара в торгово-развлекательном центре. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Напомню, случилось это накануне вечером. В момент ЧП в здании находилось около 1000 людей. Эвакуировали 80 человек, больше половины из которых дети. Остальные покинули здание самостоятельно. Общая площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров. По словам представителей торгово-развлекательного центра, пламя охватило только помещение склада магазина детского мира на втором этаже. В тушении огня участвовала почти сотня спасателей. Размер ущерба еще подсчитывается. Всего в здании располагается 94 субъекта бизнеса. Работа торгово-развлекательного центра приостановлена. Последний раз проверяли в августе 2019 года. Потом был объявлен мораторий на проверку субъектов бизнеса. Ограничивались агитационно-разъяснительной работой в рамках акции «Безопасная торговля». Все арендаторы, получается, в том числе и бутики, и островки, и все, кто находится на территории ТРЦ, арендуют помещения. Бутики, получается, будут освобождены от арендной платы, эксплуатационных платежей на период экспертизы, ремонта, соответственно, восстановления коммерческой деятельности его торгово-развлекательного центра.